Новые данные по коронавирусу сообщил губернатор Владимир Владимиров. Коэффициент распространения инфекции на Ставрополе снижается. За прошедший день выздоровели 87 человек. Общее число таких пациентов уже 2718. Тем не менее, угроза со стороны коронавируса по-прежнему серьезная. За последние сутки диагноз подтвердился у 76 человек. Один пациент скончался. Так что соблюдать меры безопасности по-прежнему крайне важно. В крае продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Свой выбор сегодня утром сделал и губернатор Владимир Владимиров. Глава региона проголосовал на избирательном участке номер 56 в Ставрополе. Конституция – тот фундамент, на котором наша страна стоит, практически 30 лет простояла, и дай бог сейчас будет 100 лет стоять на этом фундаменте. Поэтому каждый человек должен понимать, что это голосование уже даже не за мое будущее, за будущее моих детей, за будущее детей моих детей. Напомним, накануне в крае начали работу 1394 избирательных участка. Голосование проходит с соблюдением всех мер безопасности. Уборку зерновых культур завершили в 4 хозяйствах края. Кампания продолжается в 25 районах и городских округах. Зерновые убрали на 9% от всей площади. Валовой намолот составил 433 тысячи тонн. Отметим, что наибольшая урожайность зерновых среди территорий края отмечается в Новоалександровском, Изобильнинском и Минераловодском округах. В Ставрополе продолжаются масштабные работы по благоустройству сквера декабристов. Сейчас практически закончен демонтаж старых элементов, в том числе покрытие дорожек и бортовых камней. Также завершается прокладка электрических коммуникаций. Отметим, что работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды. В Ставрополе в 2020 году отремонтируют 4,5 километра городских трасс. Краевая столица получит на это 55 миллионов рублей из регионального дорожного фонда. В целом, в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы в городе обновят 9 участков дорог.